Здравствуйте! Сегодня я приготовлю цветаевский яблочный пирог. 270 грамм просеянной муки смешаю с 1 чайной ложкой разрыхлителя и щепоткой соли. Грамм сметаны смешаю с 50 граммами сахара. 150 грамм мягкого сливочного масла перетру с мучной смесью. Добавлю сметану с сахаром и замешу мягкое тесто. Распределю его равномерным слоем по форме размером 20 на 30 сантиметров выстеленной бумагой для выпечки, формируя бортик высотой 4 сантиметра. Поставлю форму с тестом в холодильник на 30 минут, а тем временем займусь начинкой. 1 килограмм очищенных кисло-сладких яблок тонко нашинкую. Обратите внимание, что яблоки должны быть нашинкованы тонкими кусочками. Добавлю 2 чайных ложки корицы и хорошо смешаю. Для заливки 1 яйцо хорошо размешаю. Добавлю 250 грамм сметаны, 150 грамм сахара, 10 грамм ванильного сахара, 30 грамм крахмала, любого, и все тщательно смешаю. На охлажденное тесто выложу яблоки. А сверху распределю заливку. Разогретую до 180 градусов духовку ставлю форму на средний уровень. Выпекаю 60-70 минут, пока тесто не станет золотистого цвета. Оставлю пирог в форме на 10 минут, а затем перенесу на доску и дам полностью остыть. Нежное песочное тесто и восхитительная яблочная начинка. Пирог гораздо вкуснее на следующий день. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».